Сегодня Алена с мужем и двумя детьми живут в просторной трехкомнатной квартире в новом доме с видом на Обь. Девушка признается, еще год назад о таком и не мечтала. Программа обмена трейд-ин воплотила мечту в реальность. Семья обменяла трехкомнатную квартиру в старом доме на новую в новостройке, гораздо больше по площади. Нам очень все понравилось, мы загорелись. И, соответственно, встал вопрос о переезде. Но поскольку здесь нужно было делать ремонт, а в той квартире, где мы жили, нам нужно было где-то жить, и, соответственно, мы рассмотрели возможность переехать сюда на условиях, когда стоимость нашей квартиры берется в зачет стоимости новой квартиры. И, соответственно, несколько месяцев мы могли жить, пока здесь идет ремонт. Новый микрорайон расположен в Октябрьском районе Новосибирска на берегу Оби, рядом Бугринский мост. Сейчас на территории построено 13 многоэтажных домов, всего их будет больше 27. Развита инфраструктура, построен муниципальный детский сад, есть магазины, детские спортивные площадки, по периметру беговые дорожки. В микрорайоне создан по-настоящему европейский комфорт, а купить квартиру здесь проще благодаря программе обмена, без лишних затрат и бумажной волокиты. Программа обмена может воспользоваться любой наш покупатель. Для этого необходимо иметь в собственности жилую недвижимость. И как раз жилая недвижимость, которая имеется в собственности, пойдет в зачет новой. Можно как полностью оплатить, так и частично, с доплатой из собственных средств, либо воспользоваться ипотекой, что очень удобно. За последние полтора года программой обмена воспользовались больше 200 новосибирцев. Вся сделка проходит в офисе продаж застройщика в режиме единого окна. Начиная от бронирования квартиры, заканчивая подачей документов на регистрацию права собственности. Те, кто хочет купить квартиру в ипотеку, могут сделать это на выгодных условиях. По ставке 12,95% годовых.